Red Eye лучший стример современности, пишет Тоди. Наверное, я не знаю. Вообще английский язык, он такой, знаете, в этом плане простой. Достаточно выражать эмоции, и все будет клево. То есть можно орать nice через раунд, и все будут рады. А если ты будешь по-русски говорить что-то типа клево, 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 то все подумают, ты что, даун, что ли, вообще? Ну, вы понимаете, о чем я. У нас ножи, наконец-то! Ура! И 4 в 2. Почему-то ЕЛТЗ встали и просто перестали драться. Не знаю почему. Что думаешь по поводу команды iSports? Да это не команда, это микс, скорее всего. Я вообще не понимаю, почему они получили инвайт на финальную часть, финальную стадию. Все, погнали, первый раунд. Пистолеты ЕЛТЗ против Virtus.pro Official. Блин, никто не поменял даже... Эти флажки не поставил, название команд не прописал на GoTV, а я не умею. Я этому не обучен, поэтому вы уж меня простите. Но если, кстати, кто знает, то напишите, какие команды надо прописать, чтобы вот у меня вот сверху были красивые и классные надписи. Это что такое? Да нет, ну не надо, ну... Ладно, ждем. Сейчас напишу. Админом. Ой. В общем. Я даже это скопирую и скину. И скину вам в чат. Так. В общем, это был просто лаг. ЕЛТЗ взяли пистолеты, отлично. Ну, супер, как всегда, я говорю. Короче. Скайп-конференция игроков Virtus.pro. Точнее, не игроков, а всех подряд. Итак, что там было написано? Вот так там было написано. В общем, я посмеялся. Так, все, продолжаем игру. У нас кто-то вылетел. Фокс вылетел, кстати, как раз. Можно погромче. А что погромче? Игру меня, а что погромче? А, нет, ребят, себя громче я, к сожалению, сделать не могу. Я на максимуме. Нави проиграли 16-10. Ребят, пожалуйста, не материтесь. Ну вот мне вас приходится банить на там 30 минут, например. Ну зачем вам это надо? Все, вернулись в ВПшки. Кстати, ВП проигрывает 2-0. Давайте я... Воу-воу-воу, это что такое? Давайте я включу. Подренчик тут уничтожает. Нет, не уничтожает. Остается ангел с диглом. Ангел 1 в 4.
А, Нави пока проигрывают 13-10, они еще не проиграли. Ну тогда я не зря. Не зря забанил этого парня. Торнадо забирает ангела, и счет становится 3-0. Ну вот сейчас будет первая закупка, скорее всего. Да, первый бай. ВП. И смотрим. Фокс вот с такой вот штукой. Фокс, ты где? Где твой маг? Маг 7. Что, я его не могу найти? Почему-то не... Вот он. Вот он, маг 7. Так, сейчас, одну секунду буквально. Так, прошу прощения, что выключался. Продолжаем играть. Трешек убирает кучера. Воу, полегче, парень. Ты что делаешь? 5-3. Ангел, минус 1. 4-3. Слушайте, ну смотрите, пока все так очень даже неплохо для ЛТЗ, но вот сейчас братья Столяровы включаются в игру и остается последний трешек и торнадо. Тем временем матч The Nation над Свинсера 13-11. Ну, мне кажется, вот это вот сейчас лишнее делает. Трешек. Ну все, теперь все понятно, куда они будут выходить. До минус 1 и минус 2. Так. Братья Столяровые просто скала на открытом пленте. На верхнем пленте. Карта Денюк. Ну и пока все неплохо. Фокс у нас поджигатель, на самом деле. Не худший поджигатель, а Фокс поджигатель. Единственный игрок профессиональной сцены, кто вот постоянно юзит молотов. Просто очень часто. Итак, Эмиль. Кучер не смог справиться. С торнадо. Отходит в каналку. Адрен воюет с Женей. А, нет, это не Адрен, это Ангел. Ангел ушел во двор. Теряют торнадо ЕЛТЗ. Слушайте, ну пока бай разыгрывают Virtus.pro очень-очень уверенно. Да, они проиграли пистолеты, да, они отдали 2 эко-раунда, но зато все остальное как-то все очень... Все достаточно легко. Давайте включу автодиректор, посмотрим, как он вообще здесь работать будет сегодня. Он как-то иногда вроде неплохо, а иногда какую-то вообще полную хрень творит. Вот сейчас вроде все видно. Где посмотреть сетку? Ребят, заходите в репортаж virtus.pro.org. Репортаж с отборочных техлапсов. Ух, Женя! Какие хорошие два хедшота. Минус Адрен, минус Кучер. Ну, неплохо. Два девайса выбил, уже хорошо. 3-2. 3-2 и время эко-раунда. Для ЕЛТЗ. Кто сетку обновляет? Сетку буду обновлять я, поэтому между матчами сетка обновляться, к сожалению, не будет. Сегодня полностью на репортаже сижу я, и стрим, и сетка, в общем, и жнец, и жрец, и на дуде, и грец. Лан или онлайн? Это онлайн-турнир. Собственно, пинг игроков можете посмотреть. Адрен из далекого солнечного Казахстана. Пинг 61. Ангел 25. Фокс, Доси, Москвичи. Пятерочка. Кучер 34.
Севастополь. Ну и Женя Торнадо. Видно, что Москва 5-4. А вот остальные, ну, какие-то, видимо, дальние города наши необъятные. 32 это где-то Урал. Я так представляю. Семьсот человек на стриме, это отлично, это просто супер-пупер круто вообще, нереально, давно таких аншлагов у нас не было. Ну, собственно, я и не стримлю практически, поэтому рад любой аудитории. Всем привет еще раз, всех с Пасхой, и Virtus.pro против ELTZ, первый матч отборочного турнира по CSGO к Techlabs Минск. Кстати, финал пройдет 18 мая в столице Беларуси, Минске. Я туда обязательно приеду. Ух, кучер хороший. Головошотик дал. Так вот, я обязательно приеду на финалы Techlabs и вам советую приехать. Будет круто, будет весело. И вообще Минск это офигительный город, в который всегда очень приятно приехать. Проходит железо, пытаются пройти. Кучер просто нереальных три башки поставил. Ну и, собственно, 4-3. Говорят, что это Екатеринбург. Ну, собственно, и Урал. Я не отрицаю. Ну, вот вином, видимо, из Екатеринбурга. Трешк и D3ZO. Офигительно просто читаемый ник. Ну, Деза, наверное. Деза у нас 16 пинг. Ну, это что-то типа, не знаю, там, Самара, Санкт-Петербург. У меня пинг 14-15 примерно из Питера. Ну, 21 тоже. Что-то типа того. Выход на открытый пытались сделать. Сейчас ЕЛТЗ, у них это не очень так получилось. Я бы даже сказал, вообще просто ни разу не получилось. 5-3, ВП уверенно берут пятый раунд подряд. И вот отданная пистолетка только позволила 3 очка набрать ЕЛТЗ. У Адрена пинг 61, да, ну даже вот 62. Ну, это Казахстан. Игра на Overpro, но вообще, в принципе, организаторы Overpro, да. Я не знаю, на какой платформе именно идет игра, но организаторы отборочных, если я не ошибаюсь, именно ребята с Overpro. Трешек из Украины пишут мне, ну, вполне возможно. Я еще раз повторяю, ух, хороший фраг от Деза. Я еще раз повторяю, что, к сожалению, нету списков игроков, команд официально зарегистрировавшихся. Поэтому мне вот приходится так вот гадать и... Ну, не знаю я, откуда игроки. Простите меня, пожалуйста. Голос похож на World Edita. Воу-воу-воу. Ребята. Эмиль с Фоксом выравнивают ситуацию. Было 2-4, стало 2-2. Ну и сейчас еще, скорее всего... Ух, хотел я сказать, что, скорее всего, возьмут этот раунд ВП, но... Фокс 1-2, у Фокса соточка, у Жени 6, у Винома 58. Давайте посмотрим тупо чисто за Фоксом, что у нас Сережа будет делать. Получать он флеш. Ну и вдвоем ребята заходят на верхний. Фокс их, по-моему, услышал. Два красных, 22-6. Одного забрал, второго не смог. Ну что, неплохая все равно была попытка от Сережи. И это 5-4. А Эмилиан это ангел? Нет, Эмили это кучер. Эмиль это ангел. Эмиль это ангел. О, господи, что я несу. Эмиль это Эмиль Ахундов, он же кучер. А R-O-Y-L это ангел. Он же капитан Карась. Доси рискует получить СВП сейчас, но пол хп снимает он Дезу.
Интересная флешка на двор. Фокса. Запомните ее, используйте. Прошивают Фокса, попадает в одной пулькой 8 хп. Ему снимают, ну, это так. Мелочи жизни. Нави выиграли у The Nation 16-13. Поздравляем, Нави. Дося забирает трешика. Линк на сетку, ребят, еще раз. На нашем сайте virtuspro.org есть сетка турнира, которая пока не обновлена. Я обновлю ее сразу после этой игры. Пока что сыграна только одна игра. Нави выиграли 16-13. Оу, Дес забирает ангела. На нуле Веном Женя. Проходит на радио. Сейчас будет попытка идти вдвоем понизу и вдвоем на рампы, видимо. Либо это будет фейк открытый. А, да, все, понятно. Был фейк заход на рампы, а в итоге вышло. На открытый 12 хп и 4 против 32 у Доси. Ой-ой-ой-ой-ой. Дося, чекни. Что такое? А, бомбу не успели поставить. Ой-ой-ой. Ну, ЛТЗ вы даете. А я тоже не заметил. Кто лучше из ВП? Да все одинаковые на самом деле. Вот Virtus.pro в этом плане просто нереально крутая команда, что здесь нету такого прям, знаете, вот тыщуна. Парень, который тащит за всех. Здесь все друг за друга могут... ответить. Играют эко-раунд, три пистолетика, АВП и калаш. Ну, собственно, те, которые засейвились в предыдущем раунде. Дезу уже забрали, трешек забрал авик. У трешика нет брони, поэтому здесь будет что-то тоже тяжело придумать. Спрашивают меня, слежу ли я за Спартаком баскетбольным. Нет, ребят, баскетболом я увлекаюсь чисто в игровом плане, только вот поигрываю изредка. Но за командами вообще не слежу никак. Это к Тодди и к Андерсону. Вот у нас два фаната баскетбола есть в редакции. Они вам могут рассказать, по-моему, все что угодно про это дело. Семь четыре. Почему нет составов команд репортажей? Блин, ребят, я 15 раз уже вам ответил на этот вопрос. Говорю, что перед трансляцией я спросил у организаторов, дайте ссылку на составы команд. Кто вообще играет в командах? Они говорят, что у нас нету, собственно, регистрации игроков, у нас есть просто тег и как бы любой состав может быть. Поэтому у организаторов просто нету этого списка, а у меня нету возможности, не было возможности за 15 минут найти состав, ну, тех же самых ЕЛТЗ. Только вот потом мне уже кто-то сказал, что они играют в аматорке, а, в про-серии на Старладе. Тем временем 8-й раунд Virtus.pro берут, я так... что-то нафлудил как-то, и мы все пропустили. Но вы все видели на своих экранах. Поломились на открытый, прыгнули на нижний. Все попадали, но бомбу поставить успели. 8-4. По-моему, они в старе играют, в про-сетке их нету. Слушайте, я вот сегодня только чекал, и они, по-моему, есть в про-серии. А, они были в про-серии в предыдущем сезоне. Вот, вот оно что. Да, и, наверное, сейчас они попали в стар-серию уже. Ладно, все, простите. Давайте не будем на эту тему разговаривать. Будем следить за игрой. Здесь экраунд. Смотрите, у Торнадо какая позиция классная. Забирает он кучера. Кстати, надо тоже на заметочку взять. Хорошая нычка. А
Адриан забирает Женю, остается последний торнадо вот с тем самым трофейным кольтом. Ну и сейчас его будут искать всеми правдами и неправдами. Давайте попробуем включить, а он у нас на радио. Крадется, сейчас будет пытаться спастись рядовой Райан. Ну, кстати, он может, в принципе, убежать. Доси, потому что его в данный момент... А, все, Доси его уже смотрит. Машинка едет, смотрите, там едет машинка. Слушайте, классно, там реально машинки ездят. Нифига себе. Нифига себе, вот это да. Ой, смотрите, они белые стали. А в предыдущем раунде другие были. Ну давай, поехали. Да, вот так. Так, мы немножко в тилт такой вошли, слегка, и ЛТЗ, мне кажется, они не совсем понимают, что им делать. Вот они взяли первые три раунда, все так было классно, все так вот просто, ну прям, а потом все, бац, все плохо. Вот смотрите, сейчас забирает Ангел. Ангел не забирает Венома, но такой тайминг был, он даже не попал в него, вы представляете? Вот этот поворот. Деза тоже хорош, красавчик. Это, знаете, вот я так с АВП стреляю. Такой, парень, бац, мимо. Как непонятно вообще. Зачем эти машинки на карте, спрашивают в чате? Ребята, чтобы у вас лагало. Чтобы вам жизнь медом не казалась. Да нет, я шучу, конечно. Для красоты. Дэз, по-моему, тебя слышим. Да. Десять четыре, последний раунд, первой половины нас ждет. Киршнет выигрывает у Атаф 12-4 пока. Отлично. Ребят, на самом деле... Не сбрасывая Атаф со счетов, они вчера же 3D Alternate наказали. Слушайте, ну если честно, Rush 3D Alternate не сейчас боятся. Ну, по крайней мере, на этом турнире есть гораздо сильнее команды. Я, кстати, вам буду очень признателен и благодарен, если вы мне в конце вот этого матча скинете результаты всех предыдущих, всех остальных матчей. Либо дайте мне ссылку, где все это ведется, потому что я, если честно, даже не знаю вообще, есть ли где-то какой-то репортаж, ну, именно официальный, с турнира, где вообще там счета все эти проставляются. Чтобы у нас на сайте я это все быстренько, красивенько оформил и проставил счета. Так, 4 в 3, проход через двор, он увенчался успехом. Ой-ой-ой, Адрен, зачем же ты сел? Адренчик сел, и, ну, вот, не получилось у него. Досян, хорошая позиция. Досян, минус один. Ну и последний, Веном, все, пока, да. 11-4, один только байраунд смогли взять ЕЛТЗ, и то там просто, ну... Можно сказать, повезло на самом деле. В общем, уверенная игра от Мишек. Все хорошо. Так, мне дали ссылку. Спасибо большое. Сейчас я по ней пройдусь. Пройдусь по ссылке. Перейти по адресу. Угу. Спасибо вам большое, други мои. Так, все, открыл я дальше.
игру. Пистолет ты воруй, убивай. Вообще без шансов, по-моему, что это все получается. Хотя нет, смотрите, 2-3. Но нет. Вообще, откровенно говоря, я профукал пистолеты. Ребят, пожалуйста, не надо флудить. Вот не надо скидывать одно и то же сообщение в чате по 15 раз. Я могу включить банхаммер. Сегодня только квалификация. Да, сегодня только квалификация, но будет один победитель. И он встретится 18 мая в Минске с ESC Gaming. Я, честно, не особо понял логику организаторов, почему именно ESC Gaming, почему вот... Ну, собственно, вот, типа, один финалист уже известен. Это ESC, поляки. А кто с ними будет играть, вот мы сегодня узнаем. Победитель. Репортажик на нашем сайте я обновлю, как только игра закончится. Ух, хороший был. А что тут, Досяна? Все пишут, все куплено. О, Женя, хорош. Нет, на самом деле не все куплено, просто политика организаторов TechLabs, я, в принципе, с ними соглашусь отчасти, ну, даже, наверное, на большую часть. Они не хотят, чтобы, ну, был, там, не знаю, Virtus.pro везде, или там, Natus Winsor везде, чтобы были StarCraft'еры Na'Vi, CS'еры Na'Vi, Dota'еры Na'Vi, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому стараются приглашать команды, именно приглашать команды, разных команд, разных представителей, чтобы удовлетворить любителей, ну, не только Na'Vi, но и ВП, там, не только ВП и Na'Vi, но и там ESC. А за ESC у нас в стране следят и немало, ну и вообще в СНГ. Поэтому вот она, логичность. Здесь потихоньку, да, все идет к своему логическому завершению. 14-4. Остается два раунда взять до победы ВПшкам. Это БУ-1, да, в группе БУ-1. То есть в ВП сыграют 3 БУ-1 матча, потом, если они попадут в плей-офф, то они попадут в плей-офф. Там будет уже полуфинал и финал БУ-3. То есть в идеале, мы сегодня посмотрим 9К. Это максимум. Минимум мы с вами посмотрим 3, если Virtus.pro не выйдут в полуфинал. Но все мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет, и мы будем смотреть полуфинал и финал с участием нашей с вами любимой команды. Деза, ну как можно было промахнуться в такой-то ситуации? Там было промазать сложнее, чем попасть. 3-4. Но все равно ВП в меньшинстве. Решают они обратно уйти на открытый. Это правильно. Потому что когда... О, Адрен! Что ты делаешь? Ё-моё! Во, казах раздал-то! Правда, торнадо тоже не лыком шит, блин, что за жесть, что за раунд. Кстати, это не я забанил, ребят, вот в чате там полетели баны, это не я, поверьте.
Так, ну Дезу я бы АВП не, на самом деле не давал бы, но нет, ему все равно дают АВП. Ну нет, парня просто не летит Савика сегодня. Хотя он 11 фрагов настрелял. Так, ВП на нуле крутится. Мне почему-то автодиректор упорно показывает торнадо. Так, ну и выход на открытый. Пошел Адрен, там уже забирает двоих, троих. Ну все, казах попал. Казах разошелся. Адрен тридцатку настрелял. Вы понимаете, что он уже настрелял тридцатку? 15-5. Хочу смотреть Нави, пишет в чате. Ну, ребят, вроде как у Нави есть свой стрим. И вроде там их кто-то что-то даже показывает. Да уренчик с пингом 60, это опасно. Это не то, что Дурен с пингом 100, 120. Забрали торнадо, забрали. Женю, 16-5 ГГ. Поздравляю я команду Virtus.pro с победой на первой карте. Мы уходим на музыкальный пауз. Я пошел обновлять сеточку. Не уходим.